Надо поздороваться со всеми. Да? Как нам, а как мы будем на скрипке здороваться? А как нам это сыграть на скрипке? Смотри. Да? Давай так сыграем на каждой струне. А еще мы так можем поздороваться со струнами. Да? Здравствуй, ля. Здравствуй. Здравствуй, сон. Хорошо. Только, пожалуйста, вот давай мы сейчас спешить не будем, ладно? И сыграем очень нежно. Они же только пришли, только проснулись, да? Две.
очень любишь играть быстро, да? Но вот давай, только когда ты играешь быстро, ты должна играть чуть меньше значка, смотри. Поняла? И все. Не маши смычком, у тебя получится классно. Давай. Тихо-тихо. Папа смотрел видео с прошлого урока? Или я не посылала, наверное, ему ссылочку. Вот давай, в середине. Тихо-тихо-тихо. Нет, Варюш, прежде чем играть, нужно что сделать? Скрипку взять. А ты начинаешь играть сразу. Давай, встань. Так, возьми скрипку. Это будет быстро. Быстро же мы берем скрипку, поставили палец. Неважно даже на какую ноту. И маленький смычок давай. А второй ставь. Первый поставил. И второй. А теперь вот этой освободи. Еще раз. Нет, ну зачем ты зажалась? На скрипке не играй зажатыми руками. Вот это тебе давит. Снимай пусть.
потому что ты на буст попадаешь. Положила на пианино рядом. И все, потом только потом наденешь все равно. Все, только что не давила. Кофта тебе нисколько не закрывала. Да. Все. Все, не давит? Правая ручка. А, мы не ответили на вопрос. Смотри, второй и третий должны встать близко, тесно. А первый и второй широко. Между первым и вторым большая секунда. Две легато. Соль, ми, вот. Соль, ми, поворачиваем. Только третий ставим. Второй подставляем. Дальше. Освободи руку. Зачем зажал? Нет, освободи. Вот. Первая опустила. Только вот давай ты мне прямо сейчас, подожди,
Подожди, прямо сейчас дашь слово, что не будешь держать скрипку рукой. Только голова и плечо. А как пальцы ставить? Ну, пальцы ставишь, а держать тут зачем? Вот и все. И смотри, какая ручка свободная. И исправь, исправь. Но тут... Выше, выше. Свободная. Не похоже.
Жираф, правильно, молодчина. Все, собирай скрипку. Я мой. Молодец, скрипочку бери. Значит, надо запомнить, да? Там еще видео снимается. Скажи пока. Пока. Собирай скрипку. Значит, запомнила, малая секунда. Малая.